Уже в эти выходные любой желающий может принять участие во всероссийской гонке. «Лыжня России» состоится в субботу. На массовые старты приглашают всех желающих. Открытие состоится в 12 часов. Через 20 минут забег для всех желающих. На результат сможете пробежать в 12:35, а спустя час в 13:35 на старт выйдут ученики 9-11 классов. Они будут сдавать нормативы ГТО. И в 2 часа дня выполнить нормативы ГТО сможет любой желающий. «Лыжня России» ждет вас 11 февраля.